Так, дорогие друзья, после того, как мы чему-то научились в этой жизни, да, давайте мы сейчас с вами попробуем сделать настоящий уже натюрморт. Так, что мы умеем? Мы умеем создавать стекло, мы умеем создавать тряпочки какие-то, груши. Ну, посмотрим, что-нибудь из этого, может быть, сообразим сейчас, да? Давайте. Так, перво-наперво мы сейчас сделаем стол. С эту. Вот так, наверное. Так, может быть, чуть по игреку еще вот так. Вот такой столик. Так, а далее скатерочку сейчас сделаем. Сделаем plane. Давайте сверху посмотрим. 7, да? И растянем это дело. Так, растянем потом. Я уже больше. Так, и по оси Y. Где-то вот так, наверное. Хорошо. Теперь тут поставим, давайте его наверх, тут куда он будет падать. Так, это будет G по Z. G по Z. И перейдем в Edit. Скажем subdivide. И вот здесь скажем, что их там 50 штук. Вот, сабдивайдиков 50 штук. Замечательно. Итак, в клод мы внесем некоторые изменения. Ну, во-первых, скажем, vertex mass 0,2 килограмма. Потом R2 поставим здесь. Так, потом tension damping 7. Так. Что еще у нас? Не забываем, что у нас должна она сама. Где-то здесь коллизион должен быть. Вот объект self. Коллизион. Не обязательно вот эту галочку. Ну и пожалуй все. После этого можно включить. И она начнет. Потихонечку класс. Я понял так, на 168. Так, ну-ка назад. Вот сейчас включим. Вот он пошла скатерть ложиться. Да, продолжает накрывать наш стол. Честно говоря, для меня это, конечно, загадка, как программистам удается вот такое создать. В общем, я понял так, что у меня на 168 нужно мне обвисание вот этой части, поэтому я сейчас дальнейший процесс пропущу, покажу вам уже результат. Так, я остановился на 99, потому что вот здесь начинаются маленькие прорывчики. Вот, видите? Так-то я их могу удалить. Но если они будут большие, то уже будет проблематично. Поэтому пускай так будет. Найдем какой не дырявый. Вот этот, допустим, да? И вот так будем с ним работать. Так, ну давайте теперь сделаем ножки столу, без особых заморочек, наверное, сделаем. Так, цилиндр выберем. Цилиндр, да? Так, потом его наверх для удобства. Потянем вверх. С, А, З. Так, далее. Вот. Так, вот
этот выделим сейчас. Далее. Так, сделать следующее можно. Ctrl-R. Ой, не то. Так, давайте мы сохраним сначала. Сделаем такую полукруглую ножку. И здесь сделаем еще одну Ctrl-R, потянем сюда, здесь Ctrl-R, потянем сюда, потому что мы сейчас обделить применим, и здесь Ctrl-R, Ctrl-R. Так, после этого смотрим. Ну-ка, объект мод. Возьмем его теперь сюда и потянем здесь. Видим, что не хватает немножко ножки, да? Ну, в принципе, ребят, в принципе-то, по большому счету, но все равно должно быть. Все равно ножек не будет видно на натюрморте. Вот, хоть вы убедитесь. Вот так. И G потянули наверх. Z, да? Где-то вот так. Допустим, да? Высоко. Даю.
Так, теперь G поставим сюда. Начал вылазить за пределы. Вот так поставим здесь. Так, дальше мы сделаем следующее. Мы с вами уберем все его трансформации. Вот так, так. Set Origin, скажем, по 3D курсору. Вот он ушел сюда. Так. Дальше мы. А что мы его не это? Не за. Субдивайдили. Так, сейчас засубдивайдили, да? Все красиво, да. Так, и теперь мы этот, скажем, mirror. Так, по Y. Вот так вот у нас получился стол. Отлично. На этом пока закончим.